Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта Заметки Электрика. Сегодня я вам хочу показать пример коронного разряда в электроустановке 10 кВт на трансформаторе тока АЗЦ. Вот у нас три фазы АБЦ. Это у нас присоединение. Так, и вот здесь вот на трансформаторе тока фазы С возник коронный разряд. Сейчас я вам его покажу в темноте, выключу свет и посмотрите. Вон, видите? Слышно характерное потрескивание и видны имеющиеся разряды. Даже скорее будет правильно это назвать не коронным разрядом, а искровым разрядом. То есть характерного свечения здесь нет, здесь скорее всего наблюдается больше именно искровые разряды, где пробой происходит между одинаковыми площадями поверхности. То есть токоведущей части, вот сборная шина фазы С, и корпусом трансформатора тока. Данное явление необходимо устранять, так как искровой разряд может перейти в дуговой разряд. Также при искровом разряде образуются проводящие дорожки на изоляторах. Конкретно вот здесь может образоваться дорожка на изоляторе трансформатора тока, что также в дальнейшем приведет к возникновению дугового разряда и, соответственно, уже более серьезных последствий и серьезной аварии. Ну, на этом, пожалуй, все. Вот такое небольшое видео. А напоследок я вас прошу, как вы устраняете подобного рода искровые разряды, ну или коронные разряды, кто как их называет. Пишите об этом в комментариях. С вами был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. До новых встреч!